Добрый день! Приветствую зрителей канала Цветики. С вами Ирина. И сегодня я покажу, как я начеренковала обломанный цветонос. Вчера я была в Обе и нашла там цветонос, валяющий на полу. Поскольку цветочки были очень симпатичные, все-таки я его прихватила. Вот я его тут попрыскала, и он стоит. Мне кажется, даже хочет расцвести. Вот, ну пусть постоит букетиком таким. Ну, поскольку я уже все сделала, потому что я сначала делаю, а потом вспоминаю, что надо было снять. Вот такая у меня тепличка. Вот. А накануне я как раз посмотрела, как черенкуют цветоносы. И когда нашла этот цветоносик, решила, что это судьба. Подобрала его. Вот. Так я отрезала. Вот видите, две почечки. Как видите, тепличка у меня не новая. Я уже использовала ее, пыталась делать черенки. Самый первый месяц, когда я увлеклась орхидеями. Но опыт был неудачный, поскольку я тогда не использовала цитокининовую пасту. Они просто сгнили у меня. Так, значит, я вот выложила немножко керамзиту на дно. Я покажу вам уже, что сделала. Вот керамзит, мох, добавила уголька. Вот у меня древесный уголь. После обрезания я обеззаразила срезы перекисью водорода и присыпала корицей. В прошлый раз я использовала уголь, присыпала углем. Ну, как повторюсь, череночки у меня сгнили первый раз. Вот цитокининовая паста, вот обработала я вот такой палочкой. Вот это я уже фитоспорин лазила ей. Вот. И немножко намазала по почкам. Почечки тут на одном две, и тут одна почечка. Вот. Накрываю, вот тут приклеила даже я скотчем двухсторонним крышечку, чтобы никакая Марыся не вздумала сунуть туда нос. Поскольку Марыся считает, все, что у меня стоит на окнах, принадлежит ей. И все делается для нее. Она в этом глубоко убеждена. Еще я в Обе купила вот такой цветочек. Минечку. Я хотела, взяла ее, хотела еще таких поискать и посадить их вместе, чтобы такой букетик был. Но больше не нашла таких миниатюрных. Вернее, были они почти 300 рублей. Как бы я не готова. Но мне не надо. Ну, за такую цену приемлемо. Я взяла его. Ну, тут написала, тут говорю, уже использовала тепличку. Подписала число. Вот сегодня я уже, это сделала я вчера вечером, поскольку сразу по приезду. Вот я ее уже проветривала. Надеюсь, что получится, детки. Это мой эксперимент. Я снимаю, чтобы заснять начало этого эксперимента. Ну, очень красивая, правда? Такую тоже хочу. Спасибо за приветы, Марыся. Марыся сидит, что-то молчит сегодня. Пришла, внимательно наблюдает за мной. Но пока молчит. Марыся услышала свое имя и тут же прибежала проверять, что тут без нее делается. Не надо, не надо, Марыся, не надо. Да, я закрою. Не надо нюхать. Вот такая она у меня хозяюшка. Ой, увидела я, что у тебя тут. Она считает, что все принадлежит ей. Когда я ее гоняю, она с удивлением иногда смотрит на меня. Что, мол, в чем дело? Да-да, вот она такая красавица зеленоглазая. Так, давай-ка я тебя отсюда уберу. Скажи привет-то, Марысь. Привет ты скажешь? Нет? Ну, ладно. Всем пока-пока. Вот такой мой эксперимент. Спасибо, что просмотрели.